Всем здравствуйте, рада видеть вас на моем канале «Мода и красота». Модные стрижки и окрашивания на длинные волосы для женщин 40-50 лет от Академии красоты Марины Гоголевой. У этой женщины более 50% седых волос. Сделали сложное окрашивание, подстроились под седину и создали ванильный блонд. На этом фото сложное окрашивание, микромелирование плюс тонирование и стрижка каскад. Далее сложное окрашивание в технике шатуш и стрижка лесенка. Стрижка каре и окрашивание в платиновый блонд. У этой женщины отросшие корни с сединой. Специалисты сделали мелирование в технике вуаль и тонирование. Данной техникой замаскировали седину и затонировали наиболее натуральным оттенком. Получились воздушные и легкие локоны с переливающимися бликами. На этом фото сложное окрашивание плюс наращивание волос. На этом фото стрижка удлиненная каре и однотонное окрашивание. Сложное окрашивание волос в технике шатуш с затемнением корней и стрижка каскад. Сложное окрашивание в технике шатуш и стрижка лесенка. На этом фото горячее итальянское наращивание славянских волос. Стрижка каскад и окрашивание в технике шатуш. Сложное окрашивание, мелирование пластинами вуаль, плюс слайсами с затемнением корней и стрижка каскад. Ссылочку на инстаграм Марины Гоголевой, стилиста Академии красоты из Москвы, я оставлю в описании под видео. Заходите на страничку инстаграм Марины Гоголевой. Там есть ссылочка, по которой можно онлайн записаться на стрижку, на окрашивание и другие процедуры. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня и приятного настроения. Пока-пока!